Всем привет! Вы на канале Товары с Китая, меня зовут Вячеслав, и сегодня в этом видео я отвечу на один из самых распространенных вопросов в комментариях. Как убрать наэкранные кнопки или кнопки навигации, заменить их на двусторонние жесты смахивания, на свайпы и так далее. У меня смартфон Realme GT Neo 2. В принципе, эта функция работает на всех смартфонах Realme. И сейчас я вам все покажу по порядочку. Заходим в настройки. В настройках выбираем удобные инструменты. Вот она эта функция. Все. И выбираем навигацию. И вот кнопки навигации. Стоит галочка сейчас. И двусторонние жесты смахивания. Ставим галочку на двусторонние жесты смахивания. И все. Кнопки навигации у нас ушли. Мы работаем жестами, и все это отлично работает. Если видео было полезно и интересно, поддержите меня лайком. Ну и всем пока, до новых встреч!